огнем, ребята! Бою! Я вижу. Я понял. К маневру готов. Нет, ты уже не можешь убрать. Экипаж в бою. Я вижу, куда, да. Али, ты на связи? Я тебя не слышу, если что. Мужики, быстрее! Алло. Понял. А что передал? Никак нет, товарищ командующий. Сейчас передам тебе зенитку. Заправленную. Направил ее к тебе. Скоро приедет. Thank you.
Или ты мне передолжил? Не понял еще. А, мы обменялись, я тебя понял. Может тебе еще одну дать? Быстрее!
Паладину! Мужики, быстрее! Хорошо! Бою! Прямых не брать! Так точно? Есть. Да везем куда надо. Мужики, быстрее! Дальнейших указаний, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. Пехота готова, товарищ командир. Мужики, быстрее! Совершенно пехота точно, готова. Товарищ командир. Есть, ну, поехали. Артиллеристы готовы. Пехота готова, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ. Хорошо, к бою! Мужики, быстрее! Пехота готова. Точно! За ней шку указать. Есть. Вот так.
Не слышу тебя вообще. Thank you.
Артиллеристы готовы, быстрее! Артиллеристы готовы, товарищ!
Готово, товарищ командующий. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Расчет! Так, бою! Не брать! Расчет! Бою! Жду приказа. Мужики, быстрее! Саперы ждут приказа. Ой, как новый! Никак нет, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Готов. Так, все, бою! Батарея в бою готова.
Шоферы ждут приказа. Бою! За минуту убрать. Дальнейшее наказание, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Ну, приказа. Пехота готова. Так точно. Жду дальнейших указаний, товарищ. Пехота готова, товарищ командующий. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командир. Пехота готова. Так точно. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командир. Пехота готова, товарищ командир. Жду дальнейших указаний. Совершенно точно, товарищ командир. Батарея к бою готова. Артиллеристы готовы, товарищ командир. Артиллеристы готовы. Расчет! К бою! Точно, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Шоферы ждут приказа.
это ты? Пехота готова, товарищ. Как точно? Приказа. Где-то там уходит танк их. А, ну вот. Ой, ну хоть завалили его, пидора. Да, прозевал я эту атаку. Блин, они уже и в центре взяли дирижабль. Саперы ждут приказа, будь как новый. На родину! Мне кажется, нам только остается вот до сюда дойти, наверное. Чего-чего? Еще раз покажи, отвлекся. Расчет! Бою! Танкисты на связи! Приказ понял! Дальнейших указаний, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. Саперы ждут приказа.
Печалька. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Жду приказа. Размотал их танчики. Какой майкни? Сапёры ждут приказа. Эх, не удался мне наш поход на дирижабль вот этот. Да, была, эта идея была здравая. Передать тебе их обратно. Поторопился. Сапёры ждут приказа, товарищ. Плохо без связи. Там у них видел только один танк ИС. Ну, в принципе, слушай, все кончено. Подкрепы у них есть. Или будут, а у нас уже ничего нет. Вот так вот. Из бронетехники. Я ее слил, последнюю твою. Пехота готова, товарищ командующий. Саперы ждут приказа. Будет как новенький. Будет как новенький. Саперы ждут приказа. Приказа? Ну, гады, они все лезут сюда. Танк мы взорвали, не успел его отремонтировать. Будет как новенький.
А у тебя разведчиков больше нет? Нечем уже их подбивать. Слушай, а если бы я сохранил твои танки, ну, 4, мы бы выиграли бы эту битву, мне кажется. Тем более у тебя там снайпер, пехота есть еще. А они, видишь, флаг этот не смогли еще мой взять. Сейчас его. А, это тройной. Ё-моё. Вот этот брать дирижабль. Я до него дошел, но там меня этот размотала пехота их. Сапёры ждут приказа. Товарищи. Артиллеристы готовы. Жаль, что у тебя не получилось вот это вот удержать. Артиллеристы готовы. И этот разведчик, это их, наверное, вражеский. Да, 1000 офицеров у них прокачанные.
Как они все и вычисляли, надо. В целом, вроде, даже победили, можно сказать. Раз походу было. Спящий не допустил. Потому что уже все кончено. Я думаю, последний шанс. Самолеты все их порушили. А, короче, это понтоны разрушить, чтобы они не могли на них зайти. Ну что, только еще снайпера набрось обратно на понтоны. И пусть они там купуют. Блин, разведчик долбанный. Ну ничего, в следующий раз надо будет продумать еще ПВО. Заводи этого снайпера на понтоны. А, видишь, спалили нас, блин, демоны. Блин, залезли. Ушли красиво, короче. Не, ну правда, Али. Ну не знал я про эти танки, блин.
Так хорошо ими отбились, положили всю их, все их танки, у них осталось там парочка, по-моему, и то их они их гнали хрен знает откуда. Вот, и, блин, сдулись. Если бы танки бы не потратили, то бы живые, может, еще остались.